Добро пожаловать на канал «Меню недели», где я публикую быстрые и простые рецепты, которые помогают экономить время, силы и деньги на кухне. Сегодня поделюсь рецептом жареных пельменей. Размораживать их перед жаркой не надо, иначе пельмени станут прилипать к сковороде, тесто порвется и весь сок вытечет. Просто достаньте пельмени из морозилки и сразу же приступайте. На сковородку с высокими бортиками вливаю растительное масло, можно заменить на сливочное, и накаливаю до кипения. Затем высыпаю в раскаленное масло разомороженные пельмени. Солю по вкусу и уменьшаю огонь до среднего. Перемешиваю. Обжариваю пельмени примерно 2-3 минуты до румяности и переворачиваю каждый пельмешек на другую сторону. Это кропотливая работа, но ее обязательно нужно выполнить, чтобы все пельмени равномерно прожарились и снаружи, и внутри. Как только перевернете, нужно накрыть сковороду крышкой и обжаривать еще около 3-5 минут. После этого еще раз перемешать пельмени и томить еще 3 минуты под крышкой. Пельмени пропарятся внутри и мясной фарш приготовится. Мелкие пельмени я обжариваю около 10-15 минут, а крупные 15-20 минут. Как только пельмени поджарятся, снимаю их шумовкой. Если хотите удалить лишний жир, то сначала нужно выложить жареные пельмени на бумажную салфетку, а потом уже в тарелке. По желанию можно посыпать тертым сыром, добавить свежую зелень. Зелень нужно предварительно измельчить и присыпать румяные пельмени. Жареные пельмени получаются хрустящими снаружи и сочными внутри. Вредно, но вкусно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять рецепт. Видео, которые я публикую на своем канале, помогут вам экономить время, силы и деньги на кухне. С вами была Дарья Черненко. Удачи!